Авария на железнодорожной станции города Хобокен в американском штате Нью-Джерси. В утренний час пик в четверг поезд протаранил платформу. Один человек погиб, 108 получили телесные повреждения. 74 из них отправлены в больницу. Я услышала громкий шум и продолжала идти через здание станции. Потом увидела поезд, въехавший в платформу. Я не могла поверить, что это произошло только что. На полу лежали окровавленные люди, стоял черный дым. Нас вывели через двери зала ожидания, но это было ужасно, очень страшно. Пригородный поезд не остановился у буферного стопора и въехал в зал ожидания, снеся поддерживающие его колонны. Обрушилась крыша. Обломками убила женщину, местную жительницу. Я видела, как обрушился потолок и все провода. Это был очень страшный момент. Причину трагедии еще предстоит выяснить. На месте работают следователи. Мы здесь, чтобы собрать точную информацию. Такова задача Национального совета по безопасности на транспорте. Мы собираемся извлечь из локомотива черный ящик. Как только мы это сделаем, то получим данные о скорости, поломках и так далее. Хобокен – одна из самых оживленных станций Нью-Йоркского региона. Она находится в 11 километрах от мегаполиса. Некоторые жители Нью-Джерси пользуются ей, чтобы добираться на Манхэттен. Это не первая железнодорожная авария в США. Самым смертоносным за последнее время было крушение поезда в Филадельфии в прошлом году. Тогда 8 человек погибло, более 200 пострадали.